аисты летали над селом и искали крышу, чтоб гнездиться. Но там уже не было села, и того не понимали птицы. Были там развалины кругом, черные, пропитанные сажей. Целым лишь остался один дом, сине-желтый, сломанной оградой. Вниз спустились птицы тяжело, лапами держась за черепицу. Они все ж построили гнездо, нужно было аистам гнездиться. После они вывели птенцов, их кормили, телом согревали. Один раз хозяева пришли, аистов увидя, изумлялись. И они подумали потом, что не вечны беды и несчастья, и что если с аистами дом, скоро будет мир, покой и счастье.